Сейчас. Кто ты по жизни, а? Йоу, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. С вами Алана Зомби. И в предыдущем ролике я говорила о том, что я люблю российские бренды. Ссылка будет где-то здесь. И сегодня я познакомлю вас с основателем Lola Brand. Давайте же ее позовем. Йоу, я нахожусь в гостях у основателя Lola Brand. Лейла, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея создания этого бренда вообще в целом? На самом деле бренд создавался изначально для себя, для души. Мне было сложно найти худи, толстовки, которые я могу носить. И пришла с тобой я, кстати, согласна. В плане, что очень сложно найти нужный фасон. Да. Ну и плюс я творческий человек, я музыкант, и для меня было важно куда-то эту энергию деть, потому что для музыки слишком много, и надо еще куда-то это все реализовать. И все пошло вот на этот. Это очень круто, потому что в моих социальных сетях постоянно спрашивают, откуда ты взяла этот свитшот, худак, и я прям такая Lola Brand. У тебя размерная сетка какая вообще? В основном это оверсайз. Я очень люблю это. Не все понимают, не каждый это еще пощупал, ощутил, испробовал на себе. Но в основном, да, это оверсайз и унисекс. То есть как мужчины, так и женщины могут носить, чувствовать себя свободно, легко. Расскажи, пожалуйста, как сложно в наших российских реалиях создавать свой бренд? И нести все это. Учитывая, что я ничего не знала об этом, вообще ничего, я просто проснулась и думаю, так, я хочу вот такую толстовку. Произошло это вот где-то так, и я начала изучать, начала читать. Я сталкивалась с огромным количеством своих ошибок, начиная просто от бирок, заканчивая логотипом, потому что я заказывала один размер, прям приходил другой. И все это, конечно, на самом деле это очень сложно, но когда ты занимаешься тем, что ты любишь, а я это люблю теперь. Вот, это становится намного проще, потому что есть мотивация и время. Это как я все время такая думаю, блин, я бы отшила свою коллекцию, там, знаешь, футболки, и такая, а не сегодня, не завтра, нет, пожалуй, вообще никогда. Потому что это очень сложно. У тебя на футболках есть вышивка нехороший, неплохой, настоящий. Причем это в радужном оттенке. Прокомментируй, пожалуйста, вообще, что это? Изначально мне хотелось создать бренд, который будет очень простой. Конкуренция огромная. Сейчас очень много потрясающих дизайнеров, талантливых ребят. Я понимала, что я зеленый в этом всем, но эта идея пришла, потому что я позиционирую свой бренд, он не хороший, он неплохой, он настоящий, он такой, какая я. Он вот такой простенький, хороший. Такая, да, знаешь, плюс, минимализм. Да, да, и радужность, потому что я человек солнца. Да, я несу вообще позитив, и за позитив, за доброту, за любовь, и все это... Да, хорошо сложилось. Я подчеркну то, что с тобой максимально просто общаться, да. Это очень круто. А скажи, пожалуйста, как долго вообще это подготавливало? Вообще, какие вот идеи у тебя изначально были? И вот как долго ты подходила? Идей еще на самом деле очень много. Это пока вот первый такой мой блин, так скажем. Он не комом. Вот. Но. Какой был вопрос? Я так понимаю, что вот сейчас коллекция, которая предоставлена, она капсульная такая, знаешь. Есть ли идеи на будущее, какие еще будут? Да, есть идеи, я не буду их прям все, вам рассказывать. Но это будет сотрудничество с мягкими игрушками, да, с определенным моим героем, который будет... На моих вещах, но это будет интересно. И вы сможете комбинировать, то есть он будет переносной, съемный. Вот, и можно будет носить разную одежду и носить своего друга рядом с собой. Это очень круто, это очень круто, такая мимишная история. Хорошо.
Расскажи, пожалуйста, по стоимости, сколько стоит твой шмот? Вот, изначально мне хотелось, чтобы средний сегмент захватить именно эту нишу. Потому что хочется, чтобы это была и доступная вещь, и в то же время была качественная, из хорошей ткани, из правильных там нитей. В общем, поэтому захотелось сделать это средний ценник, чтобы люди могли себе позволить носить классную, доступную одежду. Окей, ну, условно говоря, сколько стоит футболка? Ну, футболка стоит 3000 рублей. Слушай, ну это нормально, потому что если зайти в какой-нибудь, не знаю, какую-нибудь Зару, условно говоря, то там... Это 100% хлопок. Плюс это не маленькая майка, это длинная майка с прямым подолом. Слушай, ну я сейчас вот сижу, и она такая достаточно плотная, да, то есть да, с качеством. Да, да, да. Вот, поэтому цену. Я думаю, это как раз доступно для многих. Почему именно такой выбор цветов? Я вижу у тебя белый, черный, серый, фисташковый и... серо-лавандовый какой-то, я не знаю, как это правильно цвет называется. Изначально я не посмотрела, да, я не смотрела, какие цвета в тренде, что люди именно в данном сезоне носят. Я просто выбрала цвета, которые мне очень близки, которые я люблю, которые мне подходят. И, возможно, конечно, я думаю, в дальнейшем я подойду к этому немного посерьезнее и начну изучать все гораздо глубже, все тренды, все правильные оттенки сезонов и так далее. Пока все, что здесь, это все, что я люблю. Тебе лавандового сюда не хватает, причем такого ярко-лавандового, который был прям вот в тренде. Еще у меня вопрос. Я вижу, что ты очень круто одет. Скажи, пожалуйста, что сейчас на тебе надет? Ну, конечно, это мой худак. Клевый, классный, большой, оверсайз. Джинсы, бежка. Я подметила то, что я выкладывала похожие джинсы в моем прошлом ролике про джинсы. Обязательно посмотрите. Они, по-моему, они были из Пул&Бир вроде бы. Вот как или раз из после из этого пиш. Видео я и пошла искать такие джинсы и нашла. Кроссы? Кроссы, адики. Адики, классика. Классика. Вообще да. Просто... классический. Да, маска. Главное, белые. Да? Я, кстати, в видосе про худи подчеркивала то, что мне очень нравится, что у тебя вышивка цвет основного худи. Да. Мне очень нравится. И вот на свитшотах у тебя... Нет, не на свитшотах, на худаках у тебя вышивка вообще сзади. Да. Ну, то есть для меня это было такое... Ну да, мне нравится, чтобы меня видели со спины. Расскажи, пожалуйста, почему название такое Lola Brand? Изначально это было совершенно другое название. Это было изначально Скайли. Вот. Но в момент я просто легла спать и думаю, нет, это не должно, но я лягу, и пусть мне приснится то, что приснится. И мне приснилось две десятки изначально. То есть это было 10-10. Я проснулась утром и думала, так, 10-10-10-10. И я думаю, о, круто, лоло. Ну, это можно... Кому-то ближе 10-10. У меня многие 10-10 воспринимают. Вот. Кому-то лоло, и плюс есть лол. Самые знаменитые, вот, поэтому, ну, вот так вот. Не, это очень круто, потому что Lola Brand, не знаю, я все время почему-то проводила параллель с твоим именем Лейла, Lola. И как-то она, плюс ты очень много смеешься. Есть такое. Спасибо тебе большое за это интервью. Тебе надеюсь, спасибо. У тебя все получится, все будет идти только вверх. Да не надеюсь, я уверена, что у тебя все получится. Yeah. Потому что мне твой шмот очень нравится. Ну, то есть, вот это худи вот из такого свитшота я вообще не вылазю. То есть я в нем день и ночь, но на улице плюс 30, а Лана идет в этом свитшоте. Мне очень комфортно, мне очень удобно. Опять же, вот. О вопросе One Size, потому что я очень долго искала бренд, который будет выпускать вот вещи, которые мне прям будут комфортны. Не мужские отделы, как обычно, а именно вот One Size. И прям в точку. Спасибо тебе большое. Обязательно подписывайтесь на Instagram Lola Brand. На ее тоже личный аккаунт можно подписаться. И для моих подписчиков скидка 10% по промокоду ZOMBIE. Есть что добавить? Конечно, есть. Ставим пальчик вверх, нажимаем на колокольчик и поддерживаем вот этого крутого человека. Спасибо тебе большое. Видео. Спасибо. Пока.